Астропрогноз на 23 августа. Овен. В этот день стоит доверять только своей интуиции. Телец. Нужно слушать свое сердце, а потом уже принимать судьбоносные решения. Близнецы. Для обогащения финансового плана нужно быть расчетливее. Рак. Стоит сначала разобраться в себе, а потом предъявлять кому-то претензии. Лев. Вы в очередной раз убедитесь в том, что нужны своему избраннику. Дева. Хорошо пойдут дела в финансах, что прибавит вам настроение. Весы. Мечтая о принце, вы можете упустить человека, который дарован вам судьбой. Скорпион. Инициативный день, когда всем придется заниматься самостоятельно. Стрелец. Хватит уже докучать избраннику тем, чем вы сами откровенно грешите. Козерог. Постарайтесь разобраться в нюансах общения с избранником, ведь именно от них зависит гармония и взаимопонимание. Водолей. От вашего усердия и новых знаний зависит качество проектов. Рыбы. Не спешите с решением важных задач. Сначала все соизмерьте и морально успокойтесь.